Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Конор2001, и это, что сказать, 66-й выпуск моего города в Майнкрафте. Сегодня, друзья, у нас будет деревенские обновления на сегодня, поскольку решил как бы немножко улучшить деревню Васильки, естественно. Возможно, я, наверное, все перестрою тут, то есть буду проводить перестройку этого села, то есть превращение в новый город, в какой-нибудь... Но это пока что деревня. Так вот, друзья, сегодняшнее обновление в том, что я улучшил станцию деревня Васильки, естественно, и преобразовал все это дело в ЖД вокзал. Также я вон, как я рассказывал вчера, в общем, я скопирую супермаркет Радуга, вон, как я рассказывал в прошлом выпуске, вон, ничего не отличается. То есть ничего не отличается, чем тот же самый же супермаркет Радуга. Как в Яковлевске. И я в прошлом видео говорил, что это будет как первый и единственный супермаркет в деревне. Почему единственный? Потому что только один супермаркет в одном деревне. Потому что в одном деревне есть супермаркет. Ну вот, в общем, в принципе, вот. Вот железнодорожный вокзал села Васильки, естественно. Так, травку убрали. Так, снаружи выглядит как-то вот так вот, естественно. То есть одна половинка из кирпичных плиток, а другая из кварцевых. Дальше у нас так два прохода на станцию. Вот, у нас есть такие вот... Какая-то атмосфера, здесь у нас кассы, такие вот. Может, побили так. Хотя, давайте-ка я немножко улучшу. Вообще не хотя бы. Чего видишь, нафиг? Вот. Суть. Хотели лайтсбилд? Пожалуйста, получайте лайтсбилд. Я строю на съемку. Все. Упс. Случайно нажал на кнопку ЕС, то есть выскакивает меню. Так, дальше у нас вот выход на... У нас вот... То есть, выход. И есть один... То есть, это выход и второй выход, но это через зал ожидания. Не понял, что такое Майнкрафт лаганул? Может, наверное, FPS упал. Хотя нет, у меня 30 FPS, естественно. Что у нас здесь? У нас сидение, здесь мы ждем своего арена. Дальше у нас окошки видно. Мы видим, какой поезд приближается. А тут мы ждем станцию. Тут проходим на станцию, когда приезжает поезд. И друзья, так раз так получилось, что у меня получился трехминутный выпуск, то давайте-ка мы прокатимся. Ёшки, матрешки. Извиняюсь. Так, извиняюсь, в общем. Стоял заряжаться. И... Ой, ехали. Thank you.
в общем, приехали на новую станцию. Новая станция, это село Светлое у нас. То есть дальше до села Светлое тут пешком надо добираться. И дальше... недалеко, то есть... То есть надо... То есть сначала приезжаем на поезде до станции село Светлое, а дальше мы идем пешком. Совсем немного вот. От станции до села. Вот, собственно, друзья, мы находимся на селе. Ну, друзья, никаких обновлений пока что не присутствует, потому что я тут не шарю здесь. Я просто тут ничего не делаю. Фиг ли страдаю. Ладно, пошутил, друзья, в общем. И вот, как видите, уже пила ночь, можно... Вот мы видим, что уже почти 200 метров осталось до города. В общем, вот уже вот мы видим эту пятиэтажку, дерево, озеро. Еще пятиэтажки у нас. Стрельсим. И мы уже в городе. Да, мы трусы. Я еще добавить немножко приключений. Потому что просто хочется показать полный путь. Полный путь от села Васильки до Яковлевска, тем более с пересадками, естественно. Ну, получилось, что произошла пересадка на станции деревня Светлое. И дальше мы сначала пешком, потом быстро-быстро вот так. Прям вот подлагивает. Вы, друзья, вообще... не показывал я вот этот магазин, естественно, может показывал, может не показывал, тем более. Давайте посетим. Так, тут у нас продукты продаются. А в другом отделе диски, газеты и журналы. Вот такой вот отдел. Понравилось такое вот стекло, здесь мы видим эти свечки маленькие. Станция метро Гробинская, школа номер 2 и так далее. Пока что это здесь, тем более даже так вот смотрите. А вот с другой стороны мы видим остановку, небоскреб и... В общем, друзья, пока что маловато получилось. Но зато без... Но зато с приключениями, естественно. Спасибо за просмотр. Ну а с вами был я, Color21. Подпишитесь на мой каналчик, ставьте лайки, пишите идеи, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии про мой город в Майнкрафте. Что ж, на этом 66-й выпуск про мой город в Майнкрафте подходит к концу. Всем покедова!